Друзья, всем привет, с вами Алка-сенсей, у нас новая локация, и я не хочу сквернословить, но я заколебался. Это уже третий дубль, и видите, бутылка уже открыта. Все время что-то мешает. Ну давайте, Бог троицы любит, в третий раз закинул старик невод. Вот Кайрас, которую уже пили в прошлый раз. Только она была персиковая, а сейчас у меня в руках грушовая. Персиковая была 40 градусов, грушовая 50. 50 градусов крепость. И, на мой взгляд, 40-градусная была просто превосходным напитком. Сейчас мы будем пробовать грушовую 50-градусную. Романтично открылась. Кстати, пробка натуральная. Пробка натуральная. Стоимость бутылочки в ресторане 2000 рублей. Не знаю, сколько стоит в магазинах. В магазинах я ее найти не смог. Извиняюсь за звук, но с наушниками ничего не получилось. Мы в подвале, наушники вырубаются. Я не знаю почему. И прекращают, так сказать, трансляцию. Завод старый, 1970 года. С 1970 года он работает. В 67-м построен, в 70-м начал выпускать продукцию. Ну, давайте грушовую попробуем. Давайте, Мариночка, с вами. И с вами, друзья. Аромат грушовый. Очень мягко пьется. Так, вот нам принесли еду. Так. Это хлебушек свежий. Это лепешка с зеленью. Все покажу. Да. Так. Это спас девушке красивой. Маленькую тарелку. Тарелочку, давайте я беру. Так, отлично. А у меня сейчас будет хашлама с баранами. Так. Отлично. Вот, спасибо вам. Пожалуйста, хорошо. Спасибо. Так. Ну что? Продолжаем разговор, только уже под хашлану. Шикарная вещь. Так, давайте я сделаю. Под первое необходимо выпить, друзья. Давайте по второй. Хочу сказать так. Приятный аромат, практически не спиртованный. И очень легко пьется. Пьется практически так же легко, как и идживановская водка плодовая, которая тоже 50 градусов. Вот кто не видел про идживан плодовой водки, посмотрите. Вообще я влюбился, честно говоря, в дистилляты. Просто влюбился в дистилляты. 50 градусов. 50 градусов, как будто 40 нет. Настолько мягко, как будто нет даже 40. У меня Марина в шоке. Марина, мы же не накидаемся с тобой. Тут а то упадем, речка внизу. Ребята, мы сидим, а тут внизу речка, прям в помещении. Маленькая домашняя речка. Я в Телеграме все это показал, заснял. Кто не подписан еще на телегу, подписывайтесь. Вот там очень интересный материал. А также еще есть Бусти. На Бусти вообще эксклюзив. Возможно, на Бусти выйдет ролик, как я падаю в эту речку, когда мы выпьем всю бутылку. А возможно и нет. Возможно, я удержусь на ногах. Давайте, господа. Хорошо сидим. Очень вкусная хашлама из баранины. Очень вкусная плодовая водка из груши. Вообще восторг. Я сам в шоке. Такое ощущение, что за ней придется сюда ездить. Очень вкусненько. Баранинка. Зелень. Итак, друзья, если мы выпьем еще по одной, мы сможем поговорить о составе данной водочки. Но, к сожалению, все указано на армянском языке, на русском языке нет ни слова. Я попробовал перевести, но Google Translate, фотография, не срабатывает должным образом. Поэтому, если мы обратимся к источникам, мы увидим, что только дистиллят
и вода умягченная. Больше ничего в состав не входит. Давайте же еще раз выпьем. Мне Мариночка дает лепешечку зелени закусить. Давайте, господа, хорошо сидим. Ой, очень мягко пьется. Я боюсь накидаться, реально. Боюсь накидаться. После вчерашнего стрима наша похмелпати может перерасти в небольшой запой. И, кстати, сегодня, в субботу, тоже будет стрим. Вы спрашиваете, когда стримы? Друзья мои, запоминайте. Среда, пятница, суббота. Три стрима в неделю. Среда, пятница, суббота. После 19:00 по московскому времени. Лепешка огонь. Очень вкусная. Господа, не очень хороший звук. Давайте я не буду больше ваше время отнимать. Отключаюсь. Желаю всем доброго здравия. Предлагаю выпить еще по одной. Вот таким вот образом. Надо, Мариночка? Надо. Мариночка никогда не откажет. Конечно, надо, говорит она. Ни разу от нее не слышал. Нет, у меня уже хватит. Нет, мне уже хватит. Или нет, у меня еще есть. Или нет, не хватит. Не было такого никогда. Давайте. А вы спрашиваете, ругает ли меня жена? Она просто пьет со мной. Вот один из секретов семейного счастья. Давайте, друзья, за семью. Очень вкусно. Еще раз. Запомните. Если будет возможность, обязательно попробуйте. Но я в восторге от нее. Очень мягкий, ароматный, неспиртозный напиток. Это круто. Крепко жму всем руку. Надеюсь, до новых роликов. Ваш Алка-сенсей.